Добрый день, дорогие друзья! С вами Евгений Гордеев из славного города-героя Смоленска. Друзья мои, где бы вы ни были, что бы вы ни делали, но я прошу вас 3 сентября нынешнего года, 2023 года, к 16 часам прибыть в Центр культуры города-героя Смоленска на улице Тенишевой возле памятника Микешину. Кто не знает, практически на площади Победы, кто не знает, возле кинотеатра «Октябрь», кто не знает, но кто не знает, приходите тоже. Там состоится мой творческий вечер. Он посвящен полукруглой дате, моему 75-летию. И я думаю, устроители, по крайней мере, этого творческого вечера, мои друзья по творческому объединению, литературному объединению «Родник» имени Ильи Васильевича Пашкова обещают, что это будет весело, это будет клево, это будет круто. Мы с вами хорошо проведем это время. Вы услышите мои стихи, вам включат видеоролики, может быть, с моими песнями, вам покажут мои какие-то фотографии, начиная с фотографий от молодых ногтей, может быть, покажут, я не знаю, что там скрывается за этим сценарием, тоже не знаю, тоже для меня это будет впервые и в диковинку, и в радость, поэтому, но мои крепкие рукопожатия, мои объятия вам, дорогие дамы, мои улыбки, мои какие-то стихи, которые я там тоже, может быть, дадут мне прочитать, тоже будут для вас. Друзья мои, жду вас с нетерпением. Я не знаю, хватит ли там зала для того, чтобы всех принять. Но в крайнем случае мы все скопом выйдем на улицу, и я буду читать свои стихи на постаменте памятника нашему великому скульптору, художнику Микешину. А может быть, если места мало, выйдем к кинотеатру «Октябрь», там крыльцо красивое, станем на крыльцо, будем с вами там отмечать мое торжество, хотя сам день рождения уже прошел, но тем более видно, что я, так сказать, не только родился и прокричал первое «ОА», но уже и укрепился в этой жизни, мне уже 75. Жду вас, друзья, с нетерпением. Бросайте все свои дела, бросайте свои грядки. Урожай вас никуда, ваш никуда не уйдет. А у меня это как бы пришло и ушло. Когда в следующий раз? Ну, в следующий раз, конечно, будет 80, 85, 90, 95, 100 лет. Но, извините меня, так сказать, состоится ли это, одному Богу известно. И сможем ли мы с вами встретиться тогда, одному Богу известно. Ну, мне тоже известно. Конечно, встретимся, если буду жив и здоров. Всего нам всем доброго. До встречи 3 сентября в 16 часов на моем творческом вечере. Пока.